Давай с тобой попробуем еще понять какие-то вещи. Значит, вступление. Оно не должно быть размазанным, да? Мы должны четко понимать, куда все идет. Потому что вот вольности в этом такте, несмотря на то, что мы только что говорили о трех четвертях, тем не менее эти вольности, они имеют четкие границы. Вольность вот тут наступает. А теперь, когда ты уже ухватила ля бемоль, ты уже не можешь в ней останавливаться. Потому что ля бемоль, она под одной лигой, видишь, здесь. Си бемоль и фа и сюда. Если сейчас отрываешь, то ты практически разрушаешь идею композитора. Давай сейчас попробуем как-то. Касаешься вот так, и это такое медузообразное какое-то рыхлое состояние, ни о чем абсолютно, не сделанная фактура. Теперь еще раз раскладывай, если ты хочешь аккорд услышать, вот расскажи его и вынеси голос. Запомни пальцами вес, прикосновение, ощущение и заново выстраивай. То есть он начинается внутри триоли. Попробуй сейчас вот просто от ля бемоля начать. Совершенно верно. Совершенно верно. А теперь отсюда. Другой состав этого аккорда. Опять уходит рыхлость.
То есть в этой крупной романтической фактуре Борткевича ты не можешь играть все размазанно. Все равно тут присутствуют другие линии, они просто обрастают какой-то другой массой и другими мышцами, но каркас и конструкция, они все равно присутствуют, нужно знать где, а не каждый раз руками в молоко попадать, понимаешь? Так, теперь давай попробуем с самого начала еще пройти вот всю страницу первую до выхода туда. Продумать темп, да? Ощутить темп. Начало нового раздела. Да. У тебя таких вступлений еще несколько имеется. Правда? Вот в самом начале. И у тебя проявляется тот же самый грех. Когда ты начинаешь не отсюда, начинаешь играть. Вот начало здесь. Тянешь в главную ноту, забывая о том, что у тебя есть тоже события. И они начинаются даже не здесь, они от левой руки всегда начинаются. Вот первое событие. Обопрись на левую руку. Пойдешь дальше. Следующее событие начинается, смотри как. В конце следующей строчки. Та-та-та-та, да? А тут есть у тебя скрытый голос вот здесь. Поэтому я бы не играла тут по правой руке, а сыграла по этим голосам. Получается. И тогда будет ответ. Но тогда это тебя заставит ответ произнести более прицельно. Понимаешь, если ты сейчас пойдешь по вот этому двуколосию скрытому. Но оно не такое скрытое, в общем-то, его можно обнаружить. Надоедливость одной и той же интонации. И этих способов два. Во-первых, каждый раз смотри, что у тебя происходит с точки зрения ритма, потому что иногда это дуоль, иногда это триоль, и вот это меняет всю картину, да? Или... Правда? Это два варианта, а вторые два варианта это вот скрытая полифония и игра тембральная, да, когда ты играешь... А потом снова. И вот тут, пожалуйста, голос немножко больше выноси. Хорошо? Понятная идея?
то есть, понимаешь, не играем наобум. Все равно интуиция музыкантская, она ложится на какую-то другую основу. Нужно продумывать, что ты делаешь. У тебя в голове может быть план. Он потом обрастает кучу всяких деталей, нюансов, и ты уходишь на сцену, и у тебя появляется другое зрение и так далее. Но этот план должен быть изначально. А не просто так, как Бог на душу положит. Все говорят, ах, какой музыкальный мальчик. Понимаешь, эта музыкальность вся имеет вид такого домашнего музицирования в клубе, в матрасе. Понимаешь, она просто омерзительна. Я же про то, что я слышала не так давно. Давай. С самого начала. Я еще раз хочу собрать страницу, чтобы были конкретные точки опоры. Дубайся, пожалуйста. Бен, а можно? Ты начинаешь пыхтеть. Читал 12 стульев? Когда Остап Бендер говорит Кисе Воробьянинову, а вам ничего делать не нужно, только сидите, пыхтите и надувайтесь, когда они деньги собирали. И Воробьянин спрашивает, а что мне тут делать? Он говорит, ну, вы будете изображать отца русской демократии, сидите, надувайте щеки и пыхтите. Чего ты пыхтишь? Ты же не отец русской демократии. Добавить несколько вещей. Во-первых, не крикливые ответы, чтобы не было такого противного голоса. Более благородная краска в звуке. И еще один момент. А, вот здесь. Это я помню, спросила, ты это мы услышим, а ты очень много рассказываешь до того. Из этой гармонии нам нужна только первая часть. Теперь опусти. Тут же потянуть. А не ухватишь, все, не найдешь ты ниточку.